череп как будто сверлом буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Самые горячие кибердевочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь. Коннор, ты что там делаешь? Иду, лейтенант. Пока идет расследование, я ничего не могу сказать вам, сэр. О, Хэнк! Ну, Бен, что у нас тут? Вон тот номер. О, да, кстати, Гэвин тоже там. Прекрасно. Труп и говнюк. Дивный вечер. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чего вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну! Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может, он был пожестче любил. Мы что? Эй! О, Коннор! Ну, мерзость какая! Мне бы тут не сболевать. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Спокойно. Все в порядке. Мы хотим узнать, что произошло. Этот... Он мертвый? Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Как все случилось? Он начал бить меня. Снова. И снова. Тогда кто, если не ты? Я не знаю, я отключилась, Я ничего Вы не были видела. Одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты?
Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Вы знали жертву? Нет, но он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Нет, нет. Ну, разок. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время. Я прошу вас. Это важно. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Клуб Рай желает вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Охренеть, Коннор. Ты что делаешь? Она ее видела? Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Алло, а с этой что делать? Скажите, что передумали! Прости, милая, я передумал. Дело не в тебе. Ты красивая, я просто... Ну, в общем, я тут с ним, и... Ну, не в том смысле, что я с ним, я не такой, я бы не в жизни. Ну... Вау. Короче... Работа у меня... Башка. А что ты... Давайте вот эту. Надеюсь, это все... Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что, застыл? Да тут везде андроиды. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Я... Thank you.
Я знаю, где она. За мной. Охренеть! Чтоб меня! Стой! Тут я уже сам. Черт, опоздали. Быстро, они уходят! Когда этот человек сломал ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Я умоляла его перестать, но он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и так держала, пока он не застыл. Я не хотела убивать его. Я просто сама хотела жить. Вернуться к своей любимой. Чтобы она снова прижала меня к груди. Чтобы я могла позабыть о людях. О том, как они пахнут и что говорят. Идем. Пора. Может, так даже лучше.